Всем привет! Короче, сегодня у нас на обзоре вот такая световая пушка, световая телега на 24-х катках. Это автор Ultimate промодель Антона Степанова. Степанова Антона промодель. Вот. Короче, коротко по конфликтуции. Здесь стоит вилка Mutant Bike. Руль тут стоит NS District, а вынос NS Shadow. Короче, рама 24-я, она короткая, дергается прикольно в стриту. После моего дерта она дергается вообще, типа, четко чики-пики. I'm gonna go insane. All these on the grind, but still everything's the same. I'm sick of wasting time, wish I didn't feel this way. But with this kind of mind, I will figure out my lane, yeah. It's the highs and the lows, the change and the woes. All the fame. Здесь стоят обода Dartmoor Fortress, ДХ-шные обода. Типа, можно наваливать ДХ. Вот, стоят тут ультрамодные втулочки. Eastern. О, вот так. Короче, здесь стоит контактное сиденье. Вот контактное сиденье, когда ты зажимаешь это сиденье, ты просто прилипаешь к нему ногами, потому оно контактное. Вынос отполирован до такого состояния, что там можно посмотреть свое отражение. Когда ты переезжаешь к девочке, она туда начинает туда залипать. А, у меня память закончилась. Блин. Так звони диктофон. Память закончилась. У меня закончилась память на телефоне, чтобы записывать звук, потому буду чуть говорить погромче. Вынос, короче, отполирован до такого состояния, что типа девочки обращают на него внимание, можно сделать там селфи. Отполирован как кота у яйца. Ой, как отполирован как яйца у кота. Вот. Велосипед легкий. В натуре 9800, его можно вот так вот держать. Вот в натуре вот так держать и вот так крутить барски. Геометрия. Короче, пацаны, сразу вам скажу, если вам надо вот прям какие-то точные характеристики, геометрия, что здесь как сварено, какие трубы, там, батинги, шматинги, зайдите на обзор Антона Степанова и все это посмотрите. Шатуны, короче, Эклад, звездочка от украинского производителя Armor Bike. Вот, короче, после 26-х колес на моей дёртовой раме, он дёргается вообще, типа, изи-пизи, мне непривычно, надо привыкать, 24-е колёса. Но, единственное, что мне не понравилось, но я, правда, не катаюсь в лит, я не знаю, когда делаю фуджем, вот сюда нога вот так проползает вот сюда и может, типа, вот так вот нога застрять. Короче, было бы чуть пониже, вот тут вилка, было бы, наверное, круче. Но, опять же, типа, можно поспорить, потому что я не катаюсь в лит, скорее всего, что это так и надо, торкавится. Типа байк не крашен, вот такие прикольные вот тут типа сварные швы, очень гладкие. Есть дырочки под гирроротор, вот. И, короче, еще тут такой есть прикол, что здесь интегрированный зажим подседельного штыря. Здесь BMX втулки 140 на 14, как я уже говорил, ультрамодные какие-то. Ну и все. И сейчас я покажу, типа, что на нем можно сделать. Вот, короче, сейчас покатаюсь и скажу свои впечатления. Короче, что по мануалу? Что по мануалу? Тянется мануал очень прикольно, такое впечатление, как будто
ты стоишь на, вот взял лестницу и встал на первую ступеньку, и вот так контролируешь, вот так примерно тянется мэн. Мануал тянется очень хорошо, очень легко, то есть перья все четко дергается, просто шик-пик. Но когда я только сел на него и пытался сделать бани-бар, типа он такой короткий, что он поначалу вылетал с-под меня. Так-то я в стриту не очень силен, перед этим вы видели, как катал Андрей, типа Андрею понравился этот байк. Вот, я на своем треху не умею в стриту, но на этом я более-менее могу. Велосипед в натуре легкий, смотрите, я не очень таки силен, но этот велосипед его так удержать могу. Короче, байк в натуре легкий, если вы где-то пробились, вот пробил колесо, сломал колесо, ты его тупо закидываешь себе на плечо и можешь идти попутно что-то там типа делаем. Байк в натуре очень легкий, прикольный. Вот. Я думаю, если бы я покатался на нем в стриту, я бы научился очень быстро все это. Еще без чего этот байк не был бы таким прикольным, это без этих наклеек, особенно Антон Степанов. Фу. Короче, на наклейке написано. High ten shit. Хрома Свит, во. Перевод сами погуглите. Ладно, перевод типа хайтен говно, хрома хорошо. С этим байком еще прикольно фоткаться вот так вот. Педали BSD Safari. С такими педалями и на пляж не надо. Вот. К сожалению, я не покажу, как на этом видосе пить пивко и съезжать со ступенек, потому что это все-таки стрит. Потому что это все-таки стрит. И как подкатывать к девочкам, потому что девочек нет. Мы где-то выехали на окраину Львова. Еще с этим байком прикольно было бы спать. Вот, кто прям любит свои байки, можно с ним спать. Ну, короче, вот такой обзор получился. Типа, если он вам недостаточно информативный, то смотрите обзоры Антона Степанова, там он расскажет уже про геометрию, про типа материалы, про методы изготовления. А я вам расскажу о том, что в принципе происходит с этим байком. Вот такой обзор получился. Типа, всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал и подпишитесь на канал Инстаграм. В любом случае, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой Инстаграм и подпишитесь на Инстаграм моего оператора, который помогает мне снимать этот обзорчик. Можете на Рому подписаться. Я за кадром типа спрашивал. Что стоит на этом байке, потому что я в цветах не сильно шарю, но обзорчик захотел сделать. Девочки, вам нравится этот байк? Да? Гарный? Тебе дала мне номер, если бы я на нем подъехал до тебя? Значит, не гарный. А Инстаграм? А на том? Не? А если я на двух сразу подъеду? Если на каких подъедешь? Да? Вот такой обзор получился.